Нью Инсидент Инсидент, Вел Карпури Салон Инсидент, Михи. Так, ну чё, народ, продолжаем тогда. С какого вы места начали? Так, остановились мы на том, что мне пришли комплектующие. Да ёперный ты... Тут у меня, получается, комплектующие пришли на видюху и пацану на расширение жесткого диска. Так, давайте сначала возьмем вот этот, пыльный. С этим поморочимся немного. Ребят, вы напишите в чате, что там нормально с этим. Не лагает игра. Просто мне это очень важно. Так... Ну чё, сначала, наверное, будем разбирать. Нам надо крышку снять. Пацаны, кто в чате, напишите, не лагает игра или лагает. Потому что, ну, капец, как надо знать. Надеюсь, не лагает. И чё там со звуком, тоже напишите. Пожалуйста. Какой засратый у него компьютер. Так, убираем эту все, весь слой пыли. Так, тут тоже надо крышку у него снять. Вот бесит, что вот на этих компьютерах надо с одной стороны крышку снять и со второй стороны крышку снять. Тоже вот придумают. Неудобняк полнейший. Так, установить комплектующие. Задняя панель. Все, мы посмотрели, удостоверились, что здесь пыли нету. Так, и заодно я хочу посмотреть, что у него там. Какая у него видюха-то стоит. 750-я TI-ка игровая. Так вот, плохо не описывается, на сколько она, на 2, на 3 гига. Вот этим ни хрена не указывают они. Так. Ну чё, все получается, мы все сделали. Так, теперь будем кабеля устанавливать, чтобы проверить нам компьютер на вирусы. Потому что нам пацан сказал, что у него компьютер очень засоренный всякими вирусами. Просил нас проверить компьютер. Сейчас посмотрим, насколько он его вирусами засрал. Так, флешка. Отлично, питание, все, втыкаем. Ждем, пока компьютер загрузится. Так, загрузился, отлично. Идем антивирус устанавливаем. Проверяем сейчас его. Окей, перезагружаем компьютер. Ждем пока. Пока ждем.
Костя, привет. Отлично. Часть сканирования. Угу. Понятно. Ну что, очистили его тогда, все. Сейчас посмотрим. Так, все. Мы всю свою работу сделали. Остается только флешку свою забрать. И отсоединить кабеля. Так, удалить. Вытаскиваем все кабеля. Все, отлично. И оставляем уже. Клиент уже непосредственно сам его заберет, когда к нам приедет в офис. Все, первый заказ мы сделали. Так, разбираем все комплектующие. У нас здесь пришла карточка пацану, и другому пацану нам пришел жесткий диск на 500 гигабайт. Так, ну чё, тут у нас, короче, надо ему карточку поменять. У него тут карта сгорела, а другому апгрейд. Окей, беремся сначала мы за ремонт карты, потому что пацану срочно надо. Так, и надо сразу сюда забежать нам на e-mail. Так. Все, мы приняли оплату 100 баксов. Отлично, наша работа сделана. Так, доступны новые комплектующие. Нам доступна теперь новая видюха. 50 тяйка. Отлично. Ладно, беремся за этот заказ. Опа, посмотрите, какой у нас компьютер. Ну, так, ничего, в принципе, корпус. Но я бы не сказал, что прям такой шикарный. Ладно. Снимаем крышку заднюю. Так, и смотрим, что у него тут с картой. Удалить видеокарту. Так, а как нам к ней подобраться-то, блин? Ага, отлично. Снимаем вот это. Угу. Окей. Так, ну мы сразу ему поменяем видюху. У меня как раз видюха пришла. Так, сломана. Продадим ее за 8 баксов. Конечно... Кому это старье надо, я уж не знаю. Может, кому-нибудь на запчасти пригодится. Так. Так, корпус. Посмотрим, ну, у него планка. Так, ну все, вроде бы. Карту поменяли. Да подожди ты, что ты разогнался-то? Дай ты поглядеть, что у него тут. Установить заглушку. Окей. Вот что я забыл. Заглушку. Чуть заглушку не забыл этому пацану установить. Сейчас бы был бы полный срач. Так. И комплектующие. Боковая панель. Окей. Игра нам засчитала то, что мы видюху поменяли. Отлично. Так. Ну давайте тогда запустим, что ли. Проверим, так сказать, удостоверимся, что правда мы ему все сделали. Думаю, мы все собрали правильно. Через 40 минут у меня стрим. Окей, Кость, я успею посмотреть у тебя стрим. Так, ну теперь включаем питание. Отлично, эта машинка запускается. Изи. Изи, просто изи. Так, все. Ну, что, вытаскиваем, отключаем питание и забираем наши кабеля. Просто изи. Все сделали как надо. Так. Надеюсь, клиент будет доволен. В принципе, мы всю свою работу выполнили. Два заказа мы уже сделали. О, у нас уже тот заказ с пылью забрали. Так, а тут у нас чувак просил его апгрейднуть. Окей, беремся тоже за это дело. Только сначала возьмем оплату. Так, сломана видеокарта. Все, мы свои 265 баксов забираем. Отлично. Так. Все. Так, и чуваку вот эту еще надо. Теперь с этим чуваком. Так, давайте взглянем на его корпус. Кстати, а вот этот корпус мне нравится уже. Ну, по мне, четкий корпус такой. Посмотрим. Тут у нас питание, кнопка, микрофон, наушники, два USB порта. И тут у нас тоже 4. Еще порты. Окей. Так, ну что, давайте посмотрим внутри.
А, у него здесь по-другому, получается, крышка снимается. Окей. Так. Так, давайте, наверное, посмотрим у нас сначала тут. Блин, я, если честно, никогда вот не лазил вот в этих вот корпусах, комплектующихся вообще ни разу не собирал, не разбирал. Так, удалить. Вот он и у него старый жесткий диск. На этом жестком диске хранятся основные объемы памяти ПК. Он сравнительно медленный, зато намного больше RAM. Окей. Ну что, убираем его тогда. Открыть. Так, блин. А что у него тут, как оно идет-то? Блин, как бы тут подобраться-то еще? Ладно, снимем еще вот эту вот заднюю крышку, потому что я что-то пока что сильно не догоняю. Как к нему подобраться? Ага. Тут еще у него. Ну, надеюсь, сейчас снимется, потому что мы, в принципе, уже все поразобрали, все, что можно. А, вон оно что, у него по-другому, оказывается, вытаскивается. О, как тут все замудрено. Ладно. Предлагаю поставить голосовой чат-бот отвлечение чата. Да он как бы стоит, Кость, ну что-то ничего не читает. Так. Где-то я его покупал тут. Ага, вот оно, хранение данных. Продать. Ставим ему сразу новый, который мы заказали. Так, сразу посмотрим комплектующие. Заглушку. А вот теперь собрать как-то для меня будет немножко трудновато. Потому что это капец. Я тут... Так. Отлично, провода мы собрали. Хоть это радует. Так, корпуса. Так, подожди, нам еще до панели еще далековато. Так, заглушка. Да что ты мне тут выдвигаешь-то свою политику? Так, отлично. Ага. Еще последний болтик. Закрутили. Так, с этой стороны нам надо заглушку поставить. Заглушка для PC слота. Окей, так. Тут вроде все. Так, теперь ставим боковую панельку. Поставили. Так, а вот что я тут-то не поставил, я что-то не понимаю. Сейчас посмотрим еще хорошо. А, все понятно, что я ему не поставил. Боковуху. Окей. Все, ее, в принципе, даже закручивать не надо. Так. Да ё-моё. Вот как мне вот это не нравится, пиксель хантинг вот этот. Так. Будущий шеф, здорово. Дела отлично. Где музон? Музыки нету, ребят. Он чат чекает. Да чекаю я чат, пацаны, чекаю. Просто вот я тут запариваюсь поначалу вот с этой вот фигней. Тут надо пацану компьютер собрать. Сейчас я музыку вам сделаю. Подождите. В настройках. Надеюсь, музыку слышно сейчас будет. Так, запускаем компьютер. Теперь надо запустить нам его.
Так, кабеля. Отлично. Запускаем компьютер. Так, выдал ошибку. А чё у него там, собственно, за ошибка-то? Скажи, что-то я не доустанавливал. Окей. Сейчас будем смотреть. Сейчас будем смотреть. Чё я там не доустанавливал. Какого-то хрена он мне пишет, что я ему не доустанавливал PC-слот. Хотя я его вроде даже и не трогал. Я вот это не понимаю. Бля. Капец. Сейчас будем смотреть. Сейчас будем смотреть. Где я ему эту заглушку не поставил? Заглушку для PC-слота. Где этот я его... То ли я его пропустил, то ли еще что-то. Блин. Возможно, я и мог даже пропустить. Ах, ладно, будем смотреть. Где-то я ему PC-слот забыл поставить. Заглушка для... Понятно. Не для PC-слот, не для... Понятно. Ладно, будем тут тогда разбирать. Потому что я мог и здесь пропустить. Не до конца собран. Да это понятно, что не до конца. Блин, да я даже не знаю, где я ему PC-слот-то не поставил. Я вообще не понимаю. Какого хрена? Вроде все ему поставил. А че ему еще-то надо? Пец. Может, эту я ему заглушку не поставил? Трындец. Ладно. Да еще вот это попробуем разобрать. Мог и вот это ему здесь где-то напортачить. Вообще не понимаю. А хоть от этого компа или нет? Так. Вроде все на месте стоит. Если так посмотреть, на первый взгляд. Ни хрена его не понимаю. Я ничего не понимаю, что ему не нравится. Вроде так-то все на месте. Так, ладно, еще раз попробуем собрать. Черта не понимаю. Откуда я ему ее вырвал?
Если она не для PC-слота, то для чего она? Куда она шла-то тогда? Не понимаю даже. Ром, чтобы бот работал, нужно зайти в настройки шипчата, выбрать вывод из стрим виджет игрового режима, затем нажимать на кнопку скопировать ссылку, слышишь, OBS. Да, это понятно. Баги, да, возможно и баги, возможно и нет. Я просто вот вообще не понимаю. Вроде я ему все собрал. Как бы игра засчитывает, что я ему поставил ЖБ. Но опять же, а куда вот это она идет, я вот не понимаю. Заглушка не для PC-слота. Я не понимаю. Тупо не понимаю. Я ему все собрал. Че ему еще-то надо от меня? Трындец какой-то. Вроде все собрал. Ну ладно, еще раз попробуем. Я не понимаю. То ли это баг, то ли это еще что-то. Я вообще не понимаю. Вроде все ему собрал уже. Че ему еще-то надо от меня? И все равно игра ругается, типа, что я неправильно ему собрал. Когда все правильно. Типа ОС не установлено. Ха. Ну окей, сейчас это попробуем все собрать. Кабеля. Типа, а чё ему не так-то? Это капец какой-то. Походу, это что-то дело с биосом. Потому что я что-то вообще не соображаю. Наверное, это типа в биосе какая-то ошибка. Ну ладно, сейчас еще раз посмотрим. Так, чё у него творится-то хоть? Текущая скорость ЦП. Некоторые ЦП могут разогнать. Да блин, мне не нужен разгон. Карту он увидел. ЖБ тоже увидел. Изменение. Так. Сбросить к заводским. Так, применить. Вы тоже. Так, ну да. Я не понимаю его. Тупо не понимаю. ОС не запущено. Вернуться. Ладно. Зараза. Мы все равно тебя добьем. Тогда я его сброшу к заводским настройкам. Вот и все. У меня больше нет вариантов. Я тупо его не понимаю. Так, что-то пошло вроде, пацаны. Устанавливаем основные библиотеки. Это типа что-то, наверное, с операционкой, что ли, были какие-то неполадки. Я ничего не понимаю. Наверное, скорее, правда, операционка. Да, все пошло, ребят. Отлично, все-таки мы нашли ошибку. Отлично. Шикарно просто. Фух, ну это, конечно, запарно. Но мы все-таки победили этот заказ. Так, все, оплата. Но это того стоило, 330 баксов нам дали. Окей, отлично. Так, нахрен мне ваши кредиты не нужны. Тоже не надо. Так, новый уровень мы перешли на второй. И нам дали новые комплектующие. В того входит новое ЦП, что поколение. Так, и что у нас тут? И новые процессоры. i700 на 670K,
i5 на 660K, простой i5. Так, и что у нас тут еще? Автоподключения какие-то. Я не шарю даже в этом. Ладно. Ну что, тогда заканчиваем. Тогда вот этот день. Выключим компьютер. Погасим свет. В принципе, мы на сегодня поработали хорошо. Завершить день. Приступить к работе. Включаем компьютер и смотрим, что у нас. Какие еще заказы придут. И у нас уже на электронке опять заказы. Здорово, братан. Я тут сидел за мамкиным новым компом и, походу, нажал куда-то не туда. Теперь там куча вирусов. Надо, скорее всего, это сделать, пока она из гостей не вернулась. Скорее, пишет нам Гарри. И за это он нам дает 200 рублей. Ладно, принимаемся. Добрый день. Я отдал дочери свой компьютер, а она говорит, что ей нужно 16 гигабайт памяти. Там вроде должно быть слоты на 2 и 4. Окей. Добавить оперативку. Да мы-то, короче, сделаем так, 2 по 8 ему. Захренакаем и все. Сейчас сразу идем в магаз, смотрим ему. Так, планки. Угу. Ну да. Закажем ему вот это вот. А чё, в принципе, 60 баксов. 2 ему закажем. Все. 150 рублей. Так. Тут пишет нам опять. ПК перегревается. Типа, добрый день. Я не очень шарю, но мой компьютер странно себя ведет. Он сильно тормозит, на нем можно жарить яичницу. И вентилятор вообще не слышно. Он стоит на полу в офисе. Там пыльно. Может, он забился. Если будете менять вентилятор, то можно самый простенький. Окей. Ладно. Воздушная система охлаждения. И пропылесосить еще надо. Окей, берем 3 заказа. Надо воздушную систему еще купить охлаждение. Окей. Да блин, подожди ты. Так. Самую простенькую, пацан нам говорит. Окей, поставим ему. Да-да, вот эту за 10 баксов. Башню ему. Тоже закажем ему. Купить. После стрима зайди, пожалуйста, сказать по Discord. Небольшая правка. Не рубля, а долларов. А, блин, ну я привык уже рублями говорить. Так, ну чё тогда. Опять на следующий день это все оставляем и уходим, потому что, ну, сейчас нету никаких нам заказов, в принципе. Завершить день. Отлично. Пацаны нам привезли свои компьютеры. Как вы видите, уже 3 стоят в упаковках. Запускаем компьютер. Так, и что у нас тут? И комплектующие заодно нам пригнали. Сканирование. Так, удалить вирус. Давайте сначала, наверное, с удаления вирусов начнем. Ох ты, посмотрите, какой у нас белоснежный корпус. Кстати, а вот этот корпус прикольный, мне он нравится. Ну да, кстати, Cool Master. Шикарненький такой. Прикольный корпус. Я бы себе такой хотел бы корпусок, мне нравится. Еще бы такой с подсветкой бы. Так, ладно, снимаем у него переднюю крышку. Так, удалить вирусы. Посмотрим, что у него. А, у него опять такая же GTX 970 карточка геймерская. И БПшник на 120. Ладно. Тогда опять поставим. Тут нам, в принципе, просто надо было вирусы удалить и все с компа. Ну, я уж по привычке. Чисто посмотреть, какие у людей карточки стоят. Так, сразу флешку воткнем свою. Запускаем. Т.
Так, антивирус. Устанавливаем, пацану. Да, перезапускаем компьютер. Ну, скоро нам будет, кстати, ребята, доступен вот этот столик с третьего уровня. Уже будем сразу два заказа делать одновременно. А вот этот нам будет только аж с восьмого. В принципе, вот что вот будет на шестом, вот этот, я вот не знаю, вот этот шкаф, что нам будет давать. Посмотрим потом. Посмотрим. Так, проверим его на антивирусы. Ну да, опять антивирусы у него, вирусы эти были. Окей, вирусы мы ему убрали. Убираем флешку свою и отключаем все кабеля. Все, заказ мы свой выполнили. Относим. Первый заказ мы сделали. Отлично. Так, что у нас тут пришли? Две планки и БПшник. Охлаждение. Забираем. Так, тут у нас что? Расширить ему память. Ладно, беремся за это дело. Первый раз буду ему память тут расширять. Никогда этого в жизни даже не делал. Ну, корпус тот же самый. Блин, мне вот он что-то не понравился, такой вот корпус. Я с ним сейчас вот сколько промаялся. Ой. Я уж боюсь представить, что будет, когда мы будем сейчас ему память расширять. Это, наверное, вообще будет там жесть. Ладно. А что у нее тут хоть за карта? 750 Ti-то? Что-то этот компьютер, такое ощущение, как будто вот тот, который я ему сейчас менял. Стрим, как всегда, классно. Спасибо, Кось. Так. Убираем вот эту вот старую мод. А, вон оно чё, у него даже одна планка была. А чё у него там за плашка-то была? Сейчас посмотрим. Так, планка у него была на 2. Ну да, конечно, девчонки маловато будет. Чё это там вообще ни о чём? Памяти-то. По нынешним меркам это уже не память, это так уже фигня. А, блин, вон оно чё, зараза. Ага. Капец. Ему придется. Твою ж ты дивизия. Надо было не 4 заказывать. 2 по 4, а я ему 2 по 8 заказал. Твою ж ты дивизия. Ладно. Тогда придется вот эту планку продать. И вот эту одну за 8 тоже продать. Маленько тупанул. Блин, ну я ж все по первости делаю. Естественно. Ладно. Купить. Придет только аж завтра. Ладно. Тогда с этим заказом тогда мы повременим. Уберем пока его сюда. А тут у нас что? Ну тогда вот этот беремся. Пропылесосим. Капец. Ну вот это жестко я, конечно, облажался. Ну ладно. Что теперь? Снимаем крышку корпуса. Так, все тут сейчас пропылесосим. Так, отлично. Опять засратый комп. Да ё-моё, они чё такие конченые-то? Свои компы-то так засирают. Не знаю, я так за своим... Я всегда за своим компом слежу. Но эти какие-то реально конченые. Они свой компьютер даже нисколько не жалеют. Так, тут вроде крышка нормальная. Все, мы его... Игра засчитала, что мы его пропылесосили. Отлично. Обратно ему собираем его. Надо... А, блин, а чё его делают-то, блин? Тут же наоборот надо его разобрать. Ему еще надо этот воздушный фильтр поменять. Так, чё тут, как тут ему? Как тут подобраться даже, блин? Включаем материнскую плату. И вытаскиваем.
Опа, у нас есть возможность посмотреть, а что у него там? А, Celeron. Блин, ну такой процессор, можно сказать, конченый. Я такие процессоры даже не воспринимаю. Отлично. Комплектующие кабеля. Так, установить. Ага, все, отлично. Воздушный фильтр мы ему поменяли. И нам дали ачивку. Фамильная рассеянность. Ага. Тебе привет от Чарли Фрайс. Ему тоже привет. Так, теперь сейчас посмотрим, что у нас там, запустится он или нет. Сейчас проверим. Надеюсь, запустится. Потому что вроде бы мы ничего такого не напортачили. Отлично. Запустился. Все. Мы выполнили вот этот заказ. Разбираем кабеля. А вот с тем заказом придется немножко повременить, потому что немножко мы тупанули. Точнее, я тупанул. Но чё уж теперь. По первости всегда так бывает. Принимаем оплату 200 рублей. Принимаем оплату 200 рублей. И опять тут у нас куча заказов. Мы добавим следующие комплектующие в наш каталог. Отлично. Это у нас новая видюха. RX 560. Ага. От компании Asus. Ага. Привет, можно попросить? Вы занимаетесь чисткой компьютеров от пыли? Он быстро нагревается. Теперь это время не успеете. Ага, за 3 дня надо. Мой сын постоянно про какой-то 3D Mark рассказывает. Хочу вот эту штуку. А еще мне на сайте хотел для iPhone дать. Это куда-то надо обратиться? Ага. У нас теперь две задачи. Пропылесосить и к вечеру должно будет сделать... Мы должны будем сделать вот этот заказ за 3 дня. Так, характеристики компа хотя бы посмотреть. Процессор i3 у него получается на 630, а видюха 960. Ага, у него получается 2 HDDI диска, один на 320 гигабайт и другой на 250, понятно. Угу. Ну, в принципе, понятно. И память на 8 гигов. И БПшник на 550 ватт. Ну, в принципе, нормально для такой машинки-то. БПшника достаточно, с головой даже. Я думаю, это будет ему отлично для его компа. Ладно, сейчас посмотрим. И опять у нас потом идет. Опять надо память ему расширить. Ну и теперь я буду знать, что надо будет 2 раза по 4 гигабайта им заказывать планки. Ладно, принимаемся. И тут принимаемся. Ладно, покидаем. Потому что все равно за сегодня мы ничего не успеем сделать. Завершить день. Приступаем к работе. Пришли наши комплектующие. Тут у нас получается две планки по 4 гигабайта. Отлично. И вот он, старый заказ-то мой был. Надо его взять и сделать. Уже точнее доделать, потому что парень-то ждет. Так, это убираем на 8. Я ее потом продам кому-нибудь, возможно. Так, планки памяти. Устанавливаем. Так, и еще одну планку. Стоп. А почему ему не нравится-то? Я же ему правильно установил. Или чё?
А чё ему не нравится-то? Блин, я вот с этим вот что-то не понимаю. Опять возникают трудности. Почему-то он не хочет брать ее. Не понимаю. А почему? Так. И он не указывает даже. Типа пишет на 16. Ну блин. Тут же нет сразу планки-то на 16. Я не понимаю вот это вот. А, она есть все-таки. Ну блин, она стоит-то сколько бабла. Капец. Еще в минусе. Я хренею. Какой-то дурдом. Самый настоящий. С этими планками ихними. Я вот не понимаю, почему в этой игре нельзя сразу... Ну, две планки поставить на 4 гигабайта, и все, в принципе, нормально. Ну, нахрена устраивать такой дебилизм? Типа, сразу купите планку на 16, когда можно две поставить по 4. Тоже я вот эту игру вот не понимаю. Какой-то дебилизм какой-то. Ладно, беремся за этот, который в 3 дня надо уложиться. Тоже засратый. Но корпус прикольный. Корпус прикольный, но засратый. Капец. Вот это, конечно, не продумали разработчики, когда игру делали. То, что можно как бы две планки поставить по 4. Как бы в реальности это возможно, допустимо. Но они ни хрена не продумали вот над этим. Я их ни логики не понимаю просто. Он даже карту засрал. Капец. Неужели есть такие люди? Так, ладно, игра засчитала, и хрен с ним. Включаем кабеля. Включаем питание. Сейчас смотрим на компе, что у нас там. Ух ты. Бешеные парниши у него там. Всякая дребедень. Все понятно, отключаем. Ну, первый заказ сделали, хоть это радует. У нас еще два заказа, ребят, остается. Это апгрейд. Так, еще одну карту. А, я две карточки заказал, отлично. Не карточки, а, блин, а планки оперативные. Блин, я туплю уже, капец. Ну, что, говорит, давно не выходили в эфир. Надеюсь, ребят, сейчас почаще будем выходить, потому что... Потому что вроде у меня как появилось время. А, это нам на 8-е число. Окей. Ладно, беремся за этот компьютер. Который мы так еще ни хрена не доделали. Мне уже все нервы вымотал. Чего, блин? Капец.
капец. Вот что ему не нравится, я вот не понимаю. Я уже какую планку покупаю, я не понимаю. Вот что ему не нравится, что? Какую планку-то на этот компьютер сраный надо? Трындец какой-то. Блин, меня эти планки убили уже капитально. Какие ему взять-то тогда? Какая у него вообще частота-то на компе? Какой-то вообще, я не знаю, что ему надо, я уже не знаю, я сильно-то не шарю в этих компах, если честно. Эх, зачем ему надо, я ему уже всякие планки заказывал, но какую ему надо, я не знаю даже. Я вот эту ему заказывал, я хз, какой-то конченый комп. Ладно, давайте с этим тогда посмотрим. Я вообще не понимаю. Такой же, что ли? Да еб... Да издеваются, что ли? Это что, типа патруль меня? Троллинг такой. Лучше б я не брался за эти заказы. Честное слово. Какой-то трындец настает. Но вот тут она встала, эта карточка, прекрасно. Блин, должна встать по-любому. Такой же комп. Должна встать. Я не думаю, что... Наверное, я что-то не так вставил. Потому что, ну блин, такой же комп, точно такой же. Сейчас проверим работоспособность его. Запускаем. Думаю, две планки по 8. Да я пробовал так кость. Я не знаю. Сейчас посмотрим. Просто такой же компьютер. Сейчас посмотрим. Возможно, я не туда воткнул. Просто, может, поторопился или чё, блин. Ну, такой же компьютер. Точности такой же. Прям вот все одно. Не может быть, чтобы тот компьютер был... по-другому. А не встала, блин. Я, значит, не так. Блин. Ну, потихоньку, короче, разбираемся в этой игре. Потихоньку. Конечно. Ну, чё говорить, это пока что первый обзор, ребята. Если она вам зайдет, то пролайкайте ее. И напишите в чате или после трансляции в комментариях, продолжать ли мне вообще ее стримить или летсплеями лучше записывать. Я, в принципе, думал летсплеями ее записывать. Потому что, как бы, я смотрел других пацанов, они тоже летсплеями ее чисто записывали. Я вот это вот, как бы, думал. Так что пишите, что думаете по этому поводу. Мне, в принципе, разницы нет. Я могу и летсплеями записать. Мне даже так удобнее будет. Так, доступны новые комплектующие. Мы добавим следующие комплектующие в наш каталог. Две плашки и еще одна плашка. Отличненько. Ага.
Да, ребят, кто еще не подписан на канал, то подписывайтесь. Так, на 8 число, а сегодня у нас 4, а я ему даже раньше сделал. Окей, ну, фиг с ним. Даже лучше. Привет, недавно проапгрейдил свой ПК, а он теперь плохо работает, загружается нормально. А на тестах и в играх сразу крашится. БП старый стоит, может ему питания не хватает. Блин, чувак, так действительно ему питания-то не хватает. БПшник, наверное, какой-нибудь подеконченный. Сейчас посмотрим. Сейчас чекнем. Кстати, а комплектующие у него хорошие. Смотрите, i7 на 670K. Видюха классная, в принципе. А БПшник на 250. Блин, чувак. При такой сборке ты со старым БПшником далеко не уедешь. И две планки по 8. То бишь, ну, нормально, в принципе. Ладно, возьмемся, пофигу. Поставьте... Угу. Или что-то получше. Не, я им поставлю вот этот. Даже деньги тратить не буду. И запустить 3D Mark. Окей. Ну и вот этот. А, этот мы уже взяли. Надо заменить материнскую плату. То бишь, любую, что ли, ему можно мать поставить? Или какую-то определенную? Ладно, поставим вот эту, которая у него была. Потому что я не знаю. Если что, нужен сокет Skylake. Ага. Ладно, возьмемся. Сейчас закажем ему материнку на Skylake. Мать, так, мать. А, они все на Skylake. А чё я буду морочиться? Давайте я им то же самое поставлю, да и все. Нахрен я буду заморачиваться. То же самое поставлю и все ему куплю. Так, сейчас еще посмотрим. Чё там еще? Ага, это БП ему тот же надо поставить. Так, БП. Какой ему надо-то? Ага, на 600, окей. А, все вышло 210 баксов. Окей. Ладно. Уходим пока что, потому что все завтра придет, все эти наши заказы. Покидаем наше рабочее место. Завершить день. Вступаем к работе. Вот пришли все наши заказики. И компукдактеры. Так, сейчас проверим. Так, мать пришла и БП пришло. Окей, отлично. Так, здесь нам надо материнку. Давайте сразу с материнки начнем, со сразу сложного. Тот же самый корпус. Окей. Да, с материнкой, наверное, сейчас мы повозимся, потому что, блин, я никогда мать не снимал, если честно. Даже не представляю, как это снять ее. Наверное, проц тоже надо снять. Дюха будет мешать нам, тоже надо будет снять ее сейчас. Полностью, короче, разберу его. Полностью, короче, его разбираю. Потому что тут по-другому никак больше. Так, смотрим, что у него там. Да ёб... Моё, нахрен ты мне закрутил-то это все. Я тебя просил мне обратно закручивать. Какого ты хрена мне обратно закрутил? Опять закрутил, да ты чё, издеваешься, что ли? Что за дичь? Конченная система такая.
еще надо болтики выкрутить, чтобы не мешали нам уж точно. Так, комплектующие. Где у него материнка-то это была? Да, сломана. Продам за $3 ее. Так, обратно все закручиваем. 2 зрителя и 2 лайка от меня. Спасибо. Да, вот это вот я не люблю, вот эти вот закручивания болтов. Они мне еще в My Summer Car надоели. Я помню, как там надо было вот так же вот закручивать. Но только там минус того, что там всякий пиксель хайтинг. Вот это было просто жестко. Так, что там, где у него? Его ж не старенький, селерончик ему. Так, что там дальше у нас идет? БПшник. Вроде правильно ему воткнул его. Надеюсь. Где его ж не-то был? Так. Отлично. Потихоньку все устанавливаем. Так. Нафиг ты мне вот это установил? Нет, не надо. Так, ну вроде все ему установили. Так, стоп. Не хватает кабеля какого-то одного. Я кабель ему забыл подключить. Какого кабеля-то не хватает ему? А, все, видел. Соединение-то с материнкой, точно. Все, окей, увидел. Теперь все. Теперь только в сеть его проверить на работоспособность и все. Можем потом сдавать клиенту. Запускаем наш компуктер. Смотрим. Было 5 зрителей. Ну, круто, круто. Все, можем его, в принципе, отдавать клиенту. Отлично. Так, а тут у нас... О, тут у нас, короче, надо БПшник ему поставить. О, кстати, а этот корпус я не видел еще. Давайте посмотрим на него. А, нет, видел. Что-то
Нет, не видел. Он просто похож на те предыдущие корпуса, которые мы с вами видели. Просто цвет другой. Все. Ну, тут, в принципе, много-то и не надо магии. Чисто ему БПшник отхреначить и все. Много магии не надо. Провода ему отсоединить от него только. А, у него снизу идет. Просто у тех было вот так. Крышку снимаешь и все. И оттуда уже идет блок питания сам. А это, наверное, выдвигается еще. Ага, отлично. Так, блок питания. А че он не работал-то почему? Хотя пофигу, новый мы поставим. Все. Как раз засчитала это. Кабеля теперь мы ставим. Так. Ну и все. Теперь остается только поставить боковую панель. И все. И уже проверить его. Там 3D Mark запустить. Посмотреть, как он, сколько он нам попугаев выдаст. Сейчас посмотрим. Запускаем. И, кстати, надо еще флешку поставить, потому что вроде там нету этого. Или не надо, я уж не помню. А, он тут стоит уже даже. Окей, запускаем. Смотрим, что у нас тут. Гордон, привет. Чудо над какой-то детский. Да, я так его просто чисто поставил. Потому что уже давно никто не кидал донат. Поэтому и как-то и не стал менять его. Я еще на комп вообще не юзаю, так как приставка. Везет тебе. На приставке интереснее играть, чем на компе. По мне так. Сейчас посмотрим, сколько нам FPS выдаст. В 3D марке. Не думаю, что эта машинка очень много выдаст. Хотя у него процессор отличный. Меньше затрат на энергию. Возможно. Я бы тоже бы себе приставку купил бы. PlayStation бы 4, но нету возможности. Так, и что у нас тут получается, он выдал графический балл. Ага, 25 FPS, в принципе, можно на таких характеристиках погонять. Ну, в принципе, мы свою работу сделали. Все, что могли. Все, отдаем заказчику его компьютер. В принципе, мы все сделали на сегодня. Все, что могли. Принимаем оплату. Принимаем. Отлично. Так, доступны новые комплектующие. Ага, отлично. Ваш счет за электроэнергию. Ну, правильно, я экономил. В принципе, оплатили. Привет.
Походу надо прокачать ПК. Сможете поставить 8 гигабайт памяти? Я ничего не делаю, а оно ломается. Сможете в темпе вальса сделать? Ну нифига ты, баклан. Попытаюсь тебе как-нибудь сделать уже. Ну-ка, характеристики компа. Да, у него пенек. Че у него? Карта 960 на 2 гигабайта. Ну ладно, в принципе, ребята, это мы уже можем сделать в следующем стриме или летсплее. Ну, собственно говоря, будем заканчивать наш стрим. Вы пишите в чате, как вам лучше будет смотреть вот эту данную игрушку компьютерного мастера. В летсплеях или лучше стримом ее записывать. Или уже напишите там уже в комментариях после окончания вот этого стрима. Также можете зайти в мою группу ВКонтакте. Ссылка в описании тоже... написать, как вам будет лучше смотреть данную игру летсплеями или стримом. Я также выложу пост. Посмотрите, проголосуйте, кому если будет интересно. Также не забывайте подписываться на канал. Постараюсь записывать видосы почаще, потому что, ну, реально нету времени никакого, даже просто тупо посидеть, вот вам стрим запилить. А если удастся, то я сниму еще стрим в субботу в эту, но не обещаю. Ну, в принципе, что я говорил, можете переходить в ссылку, по ссылке в мою группу ВКонтакте, там я выкладываю все посты о стримах, о видиках. Собственно говоря, посмотрите. Пока, Кость. Ладно, ребят, будем заканчивать. Всем спасибо, кто подписался, кто поставил лайк. Ну а на этом все, в принципе. Мы заканчиваем данную игру. Всем пока.